Душа, внезапно вышедшая из тела, передала эти строки. Внезапно все свершилось. Я, душа, покинув тело в земном мире, не в силах вознестись сейчас в обитель, блуждаю над землей в эфире, мечусь, стремясь взлететь, но заблуждения висят на мне, как гири, и не дают подняться в небеса, держа цепями в нижнем мире. Огнем бессилия горю от осознания бессмысленно растраченных энергий на злость, на ненависть, на месть самой себе, на споры глупые, рожденные в неверие. Неимоверно тяжело здесь быть, мелькает жизнь, прожитая по убеждениям, а тела нет, и изменить уже нельзя, ведь я, душа, в неволе бывших заблуждений. Передаю вам весточку, друзья, хочу предотвратить вас от ненужной боли. Пока имеете тела, освобождайтесь от неволи. Пока имеешь тело, человек, ты трать энергию свою на радость, на счастье бытия, на смех, на доброту. Ты трать ее на милосердие и красоту. Делись энергией любви, пока ты жив, и наслаждайся дарением любви. Живи по полной, смейся и дыши. Сейчас, сегодня, пока имеешь тело ты, живи. Люби и позволяй себе любимым быть, и принимай все то, что жизнь дает, и проживай в любви свой каждый миг, пока ты жив, пока дух жизни не уйдет. Тогда, уйдя из тела, ты душа, ты встретишь, ты улетишь в хрустальные миры, где будешь ты в миру любви единой, где будешь счастье духом дальше жить. Иначе страдать тебе в аду тех мыслеформ, что создаешь ты выбором своим, растрачивая жизнь свою на пустяки, живя чужою жизнью и оставаясь без любви. Проснись же, человек, и повернись лицом к себе, пока еще имеешь тело, пока возможность есть в тебе.